Всем привет, друзья, с вами Дмитриевич, канал Дмивана, продолжаем смотр карт серии Hot Ring из обновления 1.43. И мы продолжаем, ребята. У нас карта Мегаполис, вроде как по городу и вроде как ночь, если верить тому, что происходит за спиной моего великолепного персонажа. Мы уже с вами прошли уже 4 гонки, это пятая, по-моему, их всего 8, ну или около того, но не очень много их там, я толком не считал, конечно, так что давайте посмотрим. Да, ночь у нас, фар ни у кого нету, вообще супер все. Нет, в комментах писали то, что у этой машины не должно быть фар, вроде как, ну, в принципе, не суть, ребят. Так, народу до хрена опять. О, есть. Да, я угадал, там как-то надо в какой-то момент определенный нажать вперед, и тогда у тебя будет нитро на пару секунд. Блин, начинается, ребят, ну езжайте нормально, ну что же вы... Ладно, надо привыкать, Димон. Димон, надо просто привыкать, потому что это обычное дело здесь, я как понял. То есть вот такая вот фигня, когда тебя расталкивают, выталкивают, это... Блин, я его вообще не заметил. То есть это обычное дело просто. Ты едешь, и тебя выталкивают. Интересно, этот чувак, который в прошлой гонке выиграл, он сейчас как-то... блин. Ну что? Вот. Я ему даже немножко помог в какой-то мере. Ладно, короче, едем как едем. Моя суть не победить, а просто показать вам игру. Я не знаю, чего я постоянно напрягаюсь, думаю то, что, блин, надо как-то побеждать здесь. А зачем? Зачем побеждать? С другой стороны, так. Понятно. Да, у меня интерфейс выключен. Ах, ну ладно, хрен с ним. Да, трасса немножечко замудренная тем, что подъемов много, спусков и так далее. То есть есть такая фигня здесь. Вот видите, многие люди вылетают просто с дороги и все. Хотя вроде как не очень длинная, в принципе, трасса. Что тут? Тут по прямой, там поворот, там по прямой, и все. Но все равно, как вы видите, есть такая фигня, что вы можете просто этот лохануться и все. И улететь. Так, вот они тут как-то пытаются ехать чуть-чуть на срез. Я не знаю, хорошая ли эта идея, в принципе, но давайте пробовать. Да, тут определенная тактика есть, ее надо придерживаться. Тогда будет все окей. О, да. Это писец, конечно. Блин. Ну, что ж тебя так развернуло-то? Ну, это писец какой-то. Что ж тебя так раскрутило-то? Эй, блин. У нас там есть чуваки, которые пипец уже как далеко вышли. Или это я их по второму кругу уже обгоняю? Да хрен его знает. Не, на такую трассу, ребят, надо делать не 5 кругов, а больше, чтобы прям проникнуться вот этой всей фигней. Но, тем не менее, мы имеем, что имеем, как говорится, и ничего ты с этим не поделаешь. 3 из 5. За мной куча народу, просто до хрена народу за мной. И никто меня не пытается сбить, все пытаются просто меня чуть-чуть обогнать. И это правильно, потому что так оно и должно быть. Ты должен побеждать хитростью, а не... своим, блин, быдло стайлом и видом сзади. Как в песне у Тимати в какой-то из. Да, особенно вид сзади. Это точно. Вот тут улететь как нихер нахер. Вот. Тут я помню, чувак на первом кругу просто выскочил оттуда нахер. Блин, вот это плохо. Ах ты. Ах ты, падла. Да. Ладно, сам виноват. Да их тут в темноте толком не видно, этих, блин. Ах, ну ладно, что теперь делать? А что я расстраиваюсь? Да из-за денег? Нет, тут копейки платят. Из-за чего я расстраиваюсь? Из-за того, что упаду в ваших глазах? Да вы и так знаете, что я могу и первым прийти, и пятым, и десятым. Все зависит от определенных обстоятельств. Вот именно, что я напрягаюсь? Еду и еду, и хрен с ним. 4 из 5 кругов. Так, чувак, мне нужен твой карман. Это было бы неплохо, если бы твой карман мне чуть-чуть помог. Карманы вроде включены, но тут перехват выключен.
Все, я попал в его карман. Да, попал в твой карман. Эй! Устойчивая машина. Вот для таких вот гонок, когда вот такие повороты, это, конечно, очень устойчивая машина. Потому что бывает и намного хуже ситуация. Ну и что ты делаешь? Ах. Ну вы и даете, ребята, ёпта. Ну вы и даете, мама родная. Так. Не, вообще трасса красивенькая такая. Но вот эти подъемы с поворотами мне не очень. Ну, а если бы не они, что бы здесь было? Просто типичная гоночка. Просто была бы обычная гонка, где ты просто едешь и все по прямой. Так, личный рекорд. Это, по-моему, пятый круг сейчас будет, да? Кругов 5. Один чувак даже не парится, он просто стоит и не едет никуда. То есть он вообще, в принципе, решил, что ну его нахер. Короче. Так, а ты что там делаешь, мэн? Странный какой-то. Давай, 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 давай. Вот оно, вот в чем каскадер. Каскадерская гонка в том, что здесь вот такие есть подъемы и спуски, да? Ты куда едешь, мэн? Вообще в другую сторону едет, блин. У каждого свой путь, типа, да? Типа того. Да, у каждого свой путь, и с этим не поспоришь. Так, кто-то там вырывается на первую позицию. Но этот чувак, он, скорее всего, и выиграет, я думаю. Я сомневаюсь, что он здесь сейчас проиграет как-то. Так. Вот он, последний момент, где можно что-то сделать. Так, ну и все. В принципе, как-то не в ту сторону. Как-то не в ту сторону. Вы чё, я что-то пропустил? Почему не в ту сторону? Я что-то не понял. Почему не в ту сторону? Я что, чекпоинт не сделал или что? Блин, вот это подстава. А, я, наверное, этот наверху чекпоинт не сделал. Да, чувак. Офигеть, блин, шел, наверное, я не знаю, может быть, восьмым, девятым. Лоханулся под конец. Да, ребята, это писец. Надо же было так простоволоситься. 20-й, блин. А шел, наверное, какой-нибудь 10-й, 12-й. 2800. Ну ладно, сам виноват. В общем, такая была трасса. Надеюсь, вам понравилось. Да, вот этот чувак и выиграл. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео. Да. Печально, печально. Ну что поделать. Бывает и такое. Давайте за проголосуем. Всем пока, ребята.